Прогуливаться надо гордо, пузом вперед, со своим другом, со своим любимым псом. А, песик, что ты хочешь? Макс, ты хороший мальчик, подожди здесь, я возьму нам немножко пива и сосисок. Конечно, Джон. Ага, ждет нас собака. Подъезжает машина. Смотрите, вот какая прекрасная собака. Действительно, давай возьмем ее. Это будет прекрасный пес для боев. Эй, собачка, иди сюда. Окей, добрый человек. Проститутка, ты блохастая, сказал бы мужлан, но мы джентльмены это не скажем. Макс, что случилось? Ха-ха, старый пьяница Джон. А прикончите его, ребята. О, я вам покажу, мерзавцы. Мой кулак еще силен. О, сэр, что у вас с ногами? Почему вы их не бреете? О, прекрасный прием. И оп. А, побрейте ноги, пожалуйста. Я забираю у вас плюшевого медвежонка. Ох, подмышки вроде чистые, не пахнут. Да. А, чувствую себя великолепно. А, сэр, побрейте ноги, я вас умоляю, вы что-то не в себе. Вы не настоящий джентльмен. А, о, господа, какие у вас прекрасные трусы. Семейная радость, наверное, модель. Ох, ох, как вы меня бодрите сегодня. Ух, сэр, это было немножко подло, но я нашел цент на опалу. Ух, и еще раз, прекрасная серия, сэр. Не носите с собой грибы, я их соберу с собой. Прекрасно, яблоко. Идем дальше. Здесь мы закончили. О, друзья мои, я вас только ждал, я тут уже успел замерзнуть, мой целлюлит уже заскучал. Тут цент я потерял, а тут вы что-то нашли, и опять что-то потерял. Ах, здравствуйте, сэр, не натягивайте так трусы, остыньте немножко. И посмотрите, что там внизу, там кто-то что-то уронил. Спасибо, я взял немножко говядины. Господа, вы побрейте ноги, у вас очень серьезные лица, выбритые, но ноги не бритые. Ох, какая растяжка! Потрясающе, сэр! Серия. Боже мой, как вы изысканы в этом облегающем трико. И ирландский крюк. Хоп! Отлично. Понюхайте немножко. Оп, 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 хоп. И прекрасная серия челюсти. Извините, я немножко остыну. Отойду. Шаг вперед. Серия. Прекрасно, сэр. Отлично. Замечательно боксируете. А, сэр, не будем так серьезно, не будем так злы на меня. Здравствуйте. Хоп, хоп, здравствуйте. И норвежская русалка. Оп, вам в голову. Прекрасно. Нож, кухонный нож, прекрасная сталь, крепкая. Да возьму себе домой. Господа, вам не прохладно здесь сидеть? Вы что-то тут в одних труселях. Хм, это ваш выбор, я вас за это не осуждаю. Я настоящий джентльмен. Чмок. Боже мой, это мой друг Стэн. А, Стэн, у тебя что-то отросло. Ты, видимо, сменил пол. А, привет, Джон. Скучал по мне? Что такое? Я же говорил тебе, не говори со мной. Так ты мне не говорил, почему ты меня бросил? Это же просто моя собака тебя просто не любит. Стэн. А, я не вижу тебя, я выцарапаю тебе глаза. Леди, остынь. О, какая растяжка, какая грация. Я вам даже завидую, не могу удержать свою зависть к вашей растяжке, к вашей грации. Не будем драматизировать криками нашу встречу. Ага, идем дальше. О, господа, я уже вижу, что вы хотите. О, шведский крюк. Фрикаделька. Итальянская отбивная. Прекрасно. Сэр, идем назад. Шаг влево. Это было подло, сэр. Это все-таки кулачный бой. Отдохните, а я заберу немножко бифа. Господа, давайте начнем. Итак, финский пьяница. Ух, эле-оп, и я прячусь. Хо, как я по вам скучал. Господа, с вами я не замерзну. Идите все трое ко мне. Оп-оп-оп, прекрасная сноровка, прекрасная поза. Вы как профессионал боксируете. У вас есть все шансы в профессиональном спорте. Возьму клетку для птичек. Она мне может еще пригодиться. И африканский чайный пакетик. Всегда о нем мечтал. Иду гордо, уверенно. Чувствую в себе силу. А, господа, я вас оставлю. Время показывает, что уже пора. О, какая грация. Вы, наверное, разминаетесь. Это упражнение на икры. Не буду вам мешать, но... Оп! Прекрасно, сэр. Неожиданно. Этот облегающий костюм вам к лицу. О, сэр, вы, наверное, выбрали шляпу. Здравствуйте. Хо-ля-па.
И немножко по талии, по копчику выровняем вашу грацию сзади. Пора. Пора. Часы показывают, что уже пора, но только куда? И вот мы на новой улице, а птицы, и нас уже поджидают в засаде. Машины, машины, машины везде, тематизированные существа, нездоровые, их нужно запретить. Как же я их ненавижу. Они добавляют красоты к урбу. Появляемся неожиданно, как изысканный джентльмен. Здравствуйте, сэр! Оп! Позвольте вас приколубить. Оп! Прекрасно, сэр! И еще раз. Мистер полицейский, у вас изящная походка. Изумительная. Я к вам еще вернусь. О, как вы идете. Вы сама грация, сэр. Не будем усложнять наши отношения. Эти дьявольские машины. Когда же вас запретят? Когда же вас запретят, у дьявольские создания? Вы даже лежите изысканные, мистер полицейский. Даже изысканно лежите, должен заметить. О, вы, наверное, братья. Вы какие-то напористые синхронисты. Здравствуйте. Оп, прекрасно. Немецкая мочалка. Это было подло, сэр. Секунду, хорошие ботинки. Хорошие ботинки. Хоп-хоп, и в лоб поцелуй на удачу. Советую расслабиться, потому что у вас нет шансов. Вот и готово. Удивительно, я даже не вспотел. О, наконец-то приличные люди, прилично одетые люди. Греческая смоковница, серия 2, 3, 4. И вы переиграны. Здравствуйте и до свидания. Ваши щеки, руки так и тянутся к ним. Але, оп, и массаж ягодиц. Не благодарите, сэр. Здесь закончили. Пятая авеню. Не Геркулес контра Плюрс. Я докажу, что ты не прав. Конечно. Достойные противники. Наконец-то вы здесь. Сэр, мы с вами, по-моему, знакомы. Секунду, рассмотрю ваше лицо. Посмотрите на меня. Не смотрите вниз. Это было больно. Вы, наверное, сын лошади. Вы часто легаете ногой. Это нечестно. Я вам покажу, что бывает за нечестный бой. Сэр, ко мне. Спасибо. Возьму вашу бутерброд. О, какой приличный джентльмен. Вы перепутали улицу. И я вам показал, почему. Мэри, здравствуй. Хорошо вернулась. Отдай сама себя на бокс. Сэр, я вас ждал. Опять вы? Опять вы? Ну что же, вы, видимо, хотите добавки. Секунду. О, как вас становится много. Мне нужна пауза. Я хочу посмотреть на летящего мальчика. Я скоро вернусь. И я снова с вами, а вы на коленях. Сэр, не будем так злы на меня. Вы думаете, что вы меня окружили, поймали в ловушку. Но на самом деле это западня для вас. Я вам сейчас докажу. Сэр, я здесь. Повернитесь. И на колени. Хорошо. Испанский бык. Тореадор. Здравствуйте. И до свидания. Вы переиграны. Это было легко. Даже слишком. Боже мой. О, здесь где-то свадьба, сэр. Вы почему здесь в белом? Я что-то пропустил? Боже, и как я выгляжу стройным в отражении витрины? А говорили, что у меня лишний вес? Французские натюрморты сегодня не в моде. А лампы? Какие изящные лампы? Пожалуй, возьму на обратной дороге. Здесь я закончил. Белый пиджак — это вульгарно, сэр, должен заметить. О, господин бездомный, что вы ждете? Меня? Сейчас время обеда. Не находите? О, браво, сэр. С такими талантами вам надо быть вместо львов в цирке. Но сейчас время обеда, поспите. Опять вы, мой свадебный генерал. Секунду. Хитрый крюк. И вы готовы. Сэр, я вас разбужу, когда будет пора. Не волнуйтесь. А это у нас банк. Как кстати. Да, Салливан, я надеюсь, ты пришел погасить свой долг. Какой еще долг? Я просто ищу свою собаку Макса. Ну, извини, но я произвольнировал всех, кого можно, о законности реструктуризации твоей печеночки. И я все, что хочу, это просто отойти куда-нибудь. Сэр, начнем.
О, какая коварная засада, но я ее давно просчитал, еще 5 минут назад. И вы попались, господа. Сэр, вы довольно пожилой человек, зачем вам это нужно? Идите к внукам. О, господа, вы не уйметесь. Я забираю банан. И привет. Секунду. Русский толстолобик, прямо бамбуха. Опять свадебный генерал, да что же вы не уйметесь? Что же вам за столом не сидится? Сэр, вы испачкаете свой костюм, здесь очень грязно. Остались только пожилые бойцы. Где же молодые? Где же молодые крепкие бойцы? Подсовывают мне каких-то подозрительных пожилых людей, которых я не хочу бить. Одну секунду, гражданин. Что-то не так, офицер? Документы, пожалуйста. Для вас у меня есть только туалетная бумага, и не то чтобы она очень неиспользованная. Хотите посмотреть мои документы? Я вам сейчас покажу. Посмотрите, сэр. Вот моя печать, а вот подпись, а вот почерк кривой, а вот код подразделения. А здесь мой домашний адрес. Посмотрите, нагнитесь. Рассмотрите же, сэр. Я вам показываю документы, что же вы не смотрите? Ну посмотрите же, посмотрите, они у меня прямо здесь. Я вас переиграл. А вы повелись. Спокоен, уверен, как всегда. Никаких проблем. У джентльменов нет проблем. О, господа, да вы тут постигаете дзен. Позвольте к вам присоединиться. Я тоже хочу быть таким спокойным и умиротворенным, как вы. Давай накормим тебя рыбкой, Фацио. Но только после того, как я исправлю твои зубы, сынок. Угу, исправим вам зубы. Давайте посмотрим. Кариес, пломба, имплант, выпрямляем прикус. Готово, не благодарите. Угу. О, какая злобная, неадекватная улыбка. Вы напоминаете мне бывшую жену, сэр. А мне это не нравится. Уберите ее. Уберите улыбку. Уберите. Уберите. Да что же вы, сэр, издеваетесь надо мной? Ах, как коварно. Все-таки каблуки у тебя замечательные, Стэн. Но чулки очень бульдарны. Я это не приемлю. А здесь, по-моему, закончили. Кстати, насчет обуви. Мне бы не помешало отремонтировать обувь, тем более здесь скидка. И захватить свежую рыбу на обратном пути. Ох ты! Потрясающе! Очень метко, сэр. Но я вам кое-что покажу. Львиную долю своих приемов я буду использовать не на вас, но ваш нож мне очень пригодится. Подравняем щелки. Они слишком вульгарны, сэр. А ваша жилетка слишком длинная. Я это исправлю, сэр. Не двигайтесь. Ну что же вы... Вы сами виноваты. Надо было стоять ровно, пока я сделал мерки. А здесь так одиноко. Идем дальше. А, вот и рынок. Как удачно. А, привет, Джон. Как поживаешь? Тут, говорят, какой-то маньяк ходит, бьет людей и все такое. Не видел его, наверное, какой-то еще ищет Макса, но я его ищу, а так в весь день. Хочешь брать этих ананасов, может быть, за счет заведения? Я вполне, они могут мне пригодиться, спасибо. А взял ананасы. Люди меня любят и благодарят. Вот что значит быть джентльменом. Здравствуйте, до свидания. Еще раз, и еще раз. О, это была серия очень неожиданная. Ммм, как вы кувыркаетесь. А я вместе с вами хочу. Господа, давайте же. Да. И шведская танго. Греческая смоковница. Неожиданно, не правда ли? И вы готовы. О, сэр, здравствуйте. Что вы смотрите? Вы тут что-то увидели? Еще хуже. Я видел такие вещи, что лучше люди мне рассказывают, потому что они поверят. Я не могу не заметить, что вы само благоразумие, сэр. Тут небезопасно на улицах, я лучше останусь внутри. Не могу с вами не согласиться. Итак, эта демонстрация завершена. Вы теперь знаете, как вести себя на месте джентльмена и как разруливать конфликты в сложных ситуациях, не теряя при этом лицо. Это был Петя Фундуков. Всем пока.